人生を表現します。танец любви. Очень красивое платье. Сейчас наверняка будет красивое, выразительное, гармоничное катание. Плавное и очень выразительное, конечно, катание, выступление Акико Судзуки изумительно. Ну, девушка столько лет была даже не на вторых и не на третьих ролях в японском фигурном катании. Сборная не могла пробиться. Причем не то, что пробиться там была четвертой, пятой, да, она была в конце первого десятка. И это продолжалось из года в год. Но ее упорство и ее искренняя любовь к фигурному катанию в итоге... Ее отблагодарили в полной мере и были оценены и судьями, и зрителями, потому что, конечно, изумительное катание Акико Судзуки демонстрирует вот эти последние сезоны, когда она действительно завоевала свое место в сборной Японии к фигурному катанию.